Привет, дорогие друзья, с вами Макгрубер, и сегодня я хочу сделать при вас распаковку игры Counter-Strike Global Offensive. Но прежде всего, я хочу рассказать вам о том, что я в Counter-Strike играю впервые за 9 лет. Первая игра, которую я играл из серии Counter-Strike, это был Counter-Strike Beta. Там еще что террористы, что контртеррористы не ходили, а бегали как кони с подпрыжкой. После этого я играл Counter-Strike версия 1.0. И уже позже, последнего, что я играл из серии Counter-Strike, это была вот эта вот замечательная версия Counter-Strike 1.0, которую я приобрел когда-то. Фиг знает в каком году. После этого я приобрел вот такой вот замечательный диск с разными ботами. И в него ходила Counter-Strike 1.1. Все, больше я не играл ни в какую серию Counter-Strike, ни в Counter-Strike Source, ни в 1.6. После этого я поиграл только из серии Counter-Strike, только в такую игру Condition Zero. Мне игра не понравилась, она мне на тот момент показалась какой-то недоделанной и ни о чем, скажем так. Хотя, в принципе, говорят, что отзывы были неплохие у других игроков. Не знаю. Я говорю лично свое мнение. И прошло уже, грубо говоря, 9 лет, даже больше. И этим летом был анонс игры Counter-Strike Global Offensive. Вот такая вот коробочка. Так вот она выглядит. Издателем является Бука. Игра подходит под систему Macintosh. Сзади она выглядит так. Присоединяйтесь к друзьям в сети и go. Также рекламируется, что 45 видов оружия. И вот да, вот два новых режима: Arms Race и Demolition. Как по мне, то Arms Race просто классная тема, чтобы расслабиться. Demolition более интересно. В любом случае, я поиграл. Игра мне понравилась и, скажем так, вспомнил школу. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же там внутри. Обычно большинство обзорщиков берут какие-то слишком большие ножи, но я возьму поменьше для вскрытия. Открываем сбоку. Так, распаковали и смотрим. Ага, диск, по дискам код, не руководство пользователей, больше ничего. Да, Бука, походу, уже берет пример с Сакелы. Могли бы хотя бы руководство пользователя положить для приличия. Ну что ж, раз больше ничего, так ничего. Напоминаю вам, вам осталось ждать недолго. В сентябре начнется второй сезон анбоксов и обзоров в лице меня. Так что наберитесь терпения, скоро увидимся, до новых встреч. Спасибо вам за внимание. До свидания.